Мы находимся в очень сложном материале, да. Начали изучать очень сложный материал. Да. Здравствуйте. Мы продолжаем изучать учение о понятии. Значит, понятно, что учение о понятии – это как бы третий этаж уже, да? Третий уровень, который мы проходим. Но это не так. Вот в диалектике, как вот подъем на этажи. Здесь же первый том учения о бытии, учения о сущности – это объективная логика. А мы сейчас изучаем субъективную логику. То есть мы видим, как в понятиях как бы воспроизводится те моменты, которые были изучены при рассмотрении учения о бытии и учения о сущности. И вот на них Гегель опирается. И чем отличается вот гегелевская систематика понятий от той систематики, которая есть? Ну, как угодно можно их классифицировать, правильно? Их там названия дают, контрарные, контрадикторные. А Гегель каждый раз вот показывает, что контрарные – это когда это противоречивые высказывания, суждения противоречивые, но не противоположные. Не прямо противоположные, а есть контрадикторные, те уже, так сказать, прямо противоположные и так далее. И он, когда ведет свою линию в классификации всех суждений и умозаключений, он все время опирается на те категории, которые мы изучали. Вот если мы сейчас подошли к суждению понятия, то перед этим у нас было что? У нас было суждение наличного бытия. Правильно? Вот обратите внимание. Начали мы обсуждать этот вопрос, начиная с наличного бытия. Вот суждение. Идет раздел. Страница 54, пункт А. Суждение наличного бытия. И вот суждениями наличного бытия является положительное суждение, затем отрицательное суждение, затем и бесконечное суждение. Три. Положительное, отрицательное – это вот суждение наличного бытия. Суждение наличного бытия – это, так сказать, категория, которая сопоставляется с учением о бытии. Потом пошло «Б» – суждение рефлексии. Рефлексия – это в каком томе науки логики? А? Ну, в первом томе и во второй книге. Сущность, учение сущности. Да, учение сущности, суждение рефлексии. Вот пошли. Какие это? Сингулярное суждение. Партикулярное суждение, универсальное суждение, так? Это все учение о сущности. Суждение необходимости еще сюда входит. Суждение необходимости. Так, а вот суждение необходимости – это некий переход от рефлексии. Там же суждения рефлексии были. Это рефлексия не вся же сущность, рефлексия, правда? В учении о сущности есть вот раздел «Рефлексия», а потом идут другие категории, такие как «Существование», «Действительность», да, и, наконец, рассматривается инстанция «Суждение необходимости». И там, не случайно, там есть разделение на две, как бы внутреннее и внешнее, содержание и форма, закон и явление. Основание и основанное. Значит, вот это учение о сущности и суждение необходимости, которое здесь находится, тоже соотносится с учением о сущности. Тут категорическое суждение, разделительное суждение. И подошли мы к чему? К «Д» – суждение понятия. Суждение понятия.
Значит, я не думаю, что вот у тех, кто занимается, такая совершенная ясность в отношении того, что мы уже прошли, потому что это вообще сложный материал, и мы продолжаем как бы плыть в том море, в котором наш корабль, всякие льдины и большие льды окружают, затирают, а мы все равно продвигаемся вперед, потому что это вот тот раздел, который, как вообще изучение науки логики, требует возвращения назад, повторения. Изучение, даже привыкание требует к тем категориям, которые нам не знакомы. Мы их в обычной своей жизни, как правило, не встречаем. Не только сами не употребляем, но и не встречаем у других. Где вы видели, чтобы люди с этим вот в каких-то вопросах они выступали? Вот поэтому это нам не знакомо, а раз не знакомо, то надо с этим знакомиться. То есть к этому надо еще и привыкнуть, кроме всего терминологии. А каким образом можно к этому привыкнуть? Ну, надо и раз читать, и два читать, и три читать, так сказать, раз, прочитали на досуге, выбралось времечко, и это перечитали место. Вот перечитывать очень полезно и нужно. Но мы не можем, тем не менее, не двигаться вперед. Мы должны двигаться дальше, сегодня мы должны освоить суждение понятия. Суждение понятия. Вот когда Гегель что-нибудь раскрывает, вот суждение рефлексии, он его превозносил по сравнению с предыдущими. Да? Вот суждение рефлексии выше, чем суждение наличного бытия. Правда? А вот если он перешел к понятию, он тут начинает говорить, ну, суждение рефлексии – суть больше предложения, чем суждение. Почему? А потому что с этой точки зрения, уже точки зрения, к которой мы подошли, к более высокой, к суждению необходимости – предмет, правда, выступает в своей объективной всеобщности, однако лишь в суждении, которое нам теперь предстоит рассмотреть, имеется соотношение предмета с понятием. А там соотношение было предмета с сущностью, там соотношение предмета с бытием, а теперь соотношение предмета с понятием. Вот что такое суждение необходимости. Поэтому лишь такое суждение содержит в себе истинную оценку. Вот написано на странице 79. Предикаты «хороший», «дурной», «истинный», «прекрасный», «правильный» и так далее служат выражением того, что к вещи прикладывается масштаб ее всеобщего понятия, как безоговорочно предположено долженствование, что она соответствует ему или не соответствует. Вот человек, который не соответствует своему понятию, какой? Недействительный. А? Недействительный. Или дурной. Просто говорит. Ну, как-то вот слово «дурак» он не употребляет, но дурной, говорит, человек. То есть он человек? Человек. С точки зрения суждения наличного взгляда, это человек. Ну, дурной. Поэтому, а вот действительно, это, так сказать, еще нужно соответствовать сущности, правильно, человека, чтобы быть действительным человеком. Так. Вот суждение понятия получило название суждение модальности. Когда говорят о модальности, это долженствование. То есть не просто рассматривают понятие, то, что рассматривают. Если мы о чем-то высказываем суждение понятия, то мы как бы его куда-то выдвигаем. Каким оно должно быть? Каким должен быть человек? Хорошим, там, уважительным, коллективистом он должен быть и так далее. Это все относится как раз к суждению понятия. Согласно этому взгляду, проблематическое суждение состоит в признании, утверждении или отрицании произвольным или возможным. А сорторическое суждение состоит в признании, утверждении или отрицании истинным, то есть действительным. А аподиктическое – в признании этого утверждения или отрицания необходимым. Не только вот объявляется, что это действительно, но это еще и необходимо. Вот как бы здесь он уже представил план. Рассмотрение этого суждения понятия. Проблематическое суждение, ассерторическое суждение и аподектическое суждение. Вот если вы смотрите выступление Дмитрия Юрьевича Пучкова, он своих участников всегда встречает словами «Я вас категорически приветствую». Говорит, я однажды, я тоже его категорически всегда приветствую, но однажды я подготовился в одном из роликов о диалектике, говорю, а я вас аподектически приветствую.
поскольку я дошел до этого самого, до по самого высшего уровня, видите, аподектическое суждение, вот оно впереди. То есть это не то, чтобы такая большая глубина, а это, как говорится, если нужно показать знание. Вот. Хотя тут еще знания глубокого нет, но понятно, что вот мы различаем все-таки разные суждения, сорторическое, проблематическое и, наконец, аподектическое суждение. А что такое вот первое? Это ассорторическое суждение. Ну вот прежде он еще вот в своей первой части, когда он в вводной части суждения понятия, пишет, что суждение понятия есть, наоборот, по сравнению с ними, объективное суждение и истина, именно потому, что в его основании лежит понятие. Но не во внешней рефлексии или в соотношении с некоторым субъективным, то есть случайным мышлением, а в своей определенности как понятие. То есть сопоставляется то, о чем говорится, сопоставляется с понятием, а не просто. Вот у вас телефон есть? Есть. Это суждение необходимости. Да, простите, наличного бытия. Суждение наличного бытия. А вот он, хороший у вас телефон, может записывать занятия по диалектике. Да, это суждение уже будет какое? Понятие. Потому что дается оценка. А если бы он был не очень хороший, то тогда все равно содержалась бы оценка. У вас не очень хороший телефон для того, чтобы записывать занятия по диалектике. Все равно это суждение тоже относится к суждению понятия. И вот как они различаются. Ассорторическое суждение. Суждение понятия сперва непосредственно. Ну, как всегда, начинаем мы с чего-то сначала, с непосредственного, да? Вот непосредственное суждение, взятое таким образом, оно есть ассорторическое суждение. Субъект есть некоторое конкретное единичное вообще. Предикат же выражает последнее как соотношение его действительности, вот о чем говорил Алексей Сергеевич, определенности или характера с его понятием. Этот дом плох, это действие хорошо. А почему хорошо, а почему плохо? Это тут не раскрывается. Вот пока оценка дана. Вот если такое оценочное суждение, это ассорторическое суждение. Суждение, говорится на следующей странице, пока что лишь ассорторично. Порукой его верности служит некоторое субъективное уверение. Я сказал, ваш телефон хорош, а другой скажет, ваш телефон плох. А вы скажете, у меня телефон такой, какой мне нужен. То есть это больше уверение, вот когда такое вот суждение берется ассорторическое. И вот когда он оценивает в конце этого разделчика это ассорторическое суждение, он пишет, что объект суждения есть непосредственно единичное. Он в этой своей абстрактности еще не положил в самом себе той определенности, которая содержала бы его соотношение с всеобщим понятием. Вот если в суждении есть соотношение с всеобщим понятием, то это более высокое суждение, чем ассорторическое. А здесь вот такое высказывание, заверение, можно сказать. То есть не отбрасываются такие суждения, но они не имеют такой высокой цены. Переходим к проблематическому суждению. Это ассорторическое суждение, поскольку последнее должно быть взято и как положительное, и как отрицательное. Почему оно ассорторическое? С этой качественной стороны партикулярное суждение также проблематично, ибо оно значимо и как положительное, и как отрицательное. Равным образом и в гипотетическом суждении бытия субъекта и предиката проблематично. Это вот он к прошлому обращается. Обратите внимание, опять, чтобы пойти вперед, он возвращается назад уже к пройденному материалу. То есть, как бы показать некоторую аналогию, что и там было так вот, и положительное, и отрицательное в этом. Но в проблематическом суждении, как таковом, это полагание более имманентно. Что такое имманентно? Что такое имманентно? Внутренне присущее. То есть это не просто внешним образом взято, оно, так сказать, как бы вытекает из какой-то глубины, из глубинного смысла. Более имманентно, чем в упомянутых суждениях, так как в этом суждении содержанием предиката служит соотношение субъекта с понятием. Соотношение субъекта с понятием. Это уже приближает нас к чему? К пониманию, к тому, что называется истиной. Да? Истинное соответствие понятия объекту или объекта понятию. В зависимости от того, что преобразовывается.
Здесь, стало быть, имеется налицо самое определение непосредственного как чего-то случайное. В первую очередь является проблематичным лишь то, должен ли предикат быть связан с известным субъектом или не должен. Для предиката не может возникнуть отсюда никакого определения, ибо он уже есть, объективная и конкретная всеобщность. А проблематичность касается, следовательно, непосредственности субъекта. То есть субъект может отвечать, не отвечать. Или отвечает, или не отвечает. Вот. И когда люди о чем-то судят, высказывают вот это проблематическое суждение, они могут сказать, он или хорош, или плох. Проблематичность касается, следовательно, непосредственности субъекта, которая в силу этого определяется как случайность. Нельзя сказать, дом или некоторый дом хорош, а следует прибавить, смотря по тому, каков его характер. То есть, как бы вы и сказали, то он и хорош, или плох, смотря по тому, каков его характер. Это проблематическое суждение. Вы же не заявили, что он хорош, и не заявили, что он плох. То есть, вы эту проблему сформулировали, а вы там решаете, сопоставляете, насколько... Это, так сказать, этот дом соответствует своему характеру. А вот когда уже мы добираемся до аподектического суждения, вот тут уже вот это и нет этой двойственности, когда мы или он хорош, или он плох, судя по тому, насколько он отвечает характеру. А аподектическое суждение уже прямо определяет, каким является этот дом или этот субъект, поскольку оно в себе содержит указание на это. Вот субъект аподектического суждения. Дом, устроенный так-то и так-то, хорош. Дом со светлыми, большими светлыми окнами, хорош. Тут нет этой проблематичности. Но если я просто скажу, дом хорош, то нет тут никакого, в этом суждении нету в самом истины. Это вот я заявил, а где доказательства? Нет никакого доказательства. Это мое суждение субъективное. Я заявил, что дом хорош. А мог бы быть и плох. Это все равно, что дом... Значит, из этого следует, что он или хорош, или плох. Но вы заявили, что он хорош, а может быть, он и плох. Всякий, кто продает дом, он говорит, дом хорош. Всякий, кто покупает, говорит, это такой плохой дом, а такую цену вы заломили, за такую сумму могли бы и получше что-нибудь предложить. То есть это, как вы понимаете, вот это... проблематическое суждение торговли фигурирует. А здесь, ну, все равно уже понять идет, если хорош он или плох. То есть субъект соотносится с понятием. Вот. Субъект аподектического суждения. Дом, устроенный так-то и так-то, хорош. Поступок, носящий такой-то и такой-то характер, справедлив. Имеет в нем... в самом себе, во-первых, всеобщее, то, чем он должен быть. Вот хорош, если он, понятно, какой должен быть. И, во-вторых, свой характер. Тут ошибка есть, свой характер, тут ошибочка. Вместо «и» краткого написано «и». А некоторые думают, это просто такая глубина диалектики. Последний содержит в себе основание, почему весь субъект обладает или не обладает некоторым предикатом суждения понятия. И это суждение теперь истинно объективно. Истинно. А почему истинно? Потому что здесь в нем, в самом суждении, есть то, что требуется от истинного суждения, а именно соответствие понятия объекту. Поэтому это истинное понятие. Субъект и предикат соответствуют друг другу, имеют одно и то же содержание. И это содержание само есть положенное конкретной всеобщности. А именно, оно содержит в себе два момента – объективное всеобщее или род, и единичное. То есть выступает и как род, и как единичное. Объективное всеобщее – род. А? Объективное всеобщее – это род. Ну, это, а именно, да, или род. Объективное всеобщее или род. Ну, это и есть род, да. Это и есть род. Оно выступает как род. И единичное. А единичное – это качество. Это не качество. Качество? Нет. Качество – это первый том науки логики. Нет, качество. Ну, а что вы, как вы? Да никак оно, как качество. Зачем вы притаскиваете такие? Вот мы добрались до учения о понятии, а вы взяли и притащили оттуда, с первого этажа, из подвала, к
категорию. Ну как качество? Никакого тут качества даже разговора нет. А что это нечто? Как что оно? Момент. Написано, содержит себе два момента. А, момент. У вас написано тут, читать надо. Написано два момента. Момент – это что такое? Это исчезающее, да? Это то, что находится в единстве с другим. Нельзя считать моментом то, что вот просто качество. Качество оно вот есть, и все. Какой оно момент? Оно не момент. Качество есть первая непосредственная определенность, безразличная для бытия. Вот, качество. А тут моменты, то есть одни отделимые, которые друг с другом неразрывно связаны. Объективные всеобщие или род? И единичные. И даже по-немецки das Reinzelt. Здесь имеется, следовательно, такое всеобщее, которое есть оно само и продолжается непрерывно через свою противоположность. А в чем противоположность? Единичность, противоположность. Ну вот если мы уже с вами изучали же понятие, да? Вот возьмем то же самое яблоко. Яблоко как единичное, вот яблоко. Но вы держите в руках хоть не рот? Нет, единичное. Вы единичное держите? Но у меня есть рот. Но вот это яблоко хорошее. А что значит оно хорошее? Оно соответствует? Нет. Понятию яблока. А если оно как слива маленькое? Вы как-то яблоко, ну яблочки скажут, еще говорят, райские яблочки, но только уже яблоком так просто не назовут. А большое яблоко, оно приветствуется с точки зрения долженствования, модальности, да? Большое, ну, вот, род, ну так уродилось, урожай, хороший урожай. Вот он, род тут прямо присутствует. И вот этому роду соответствует это яблоко. А если оно... Сейчас у нас везде продается, написано «Антоновка». Ничего общего с «Антоновкой» не имеет, то, что там лежит. А у них общий этот, ценник. А, ценник. А ценник, ну ценник не меняет же ценник. А сейчас некоторые вообще бросили это сопоставление единичное с всеобщим, и в магазинах продают в пятерке. Это красное яблоко. Какое яблоко? Красное. А это какое? Желтое. Сезонное. Сезонное. Красота. То есть само понятие того, сорт яблока, который люди там выводили, создавали, да, и который представляет собой род. Урожай. Вот это надо было добиться такого рода яблок. Главное, малиновка там, аниса. Не бывает. А? Яблоко без рода. Не бывает. А у них им все равно. Они навалили вот сюда красные яблоки, а сюда желтые. А это какие? А это там еще какие-то называют. Зеленые. Зимние еще есть. Зимние, осенние и так далее. Зеленые. А, зеленые еще есть яблоки. То есть это без понятия. И люди, которые это ставят, они точно без понятия. Они не знают, что такое яблоки. Может, они и не видели, как они растут. Они знают, как растут прибыли от продажи яблок. Ряд у нас красный, по 200, да? Вот это, видимо, оттуда есть сорт ряд. Они ряд красный, яблоки. Так, то есть здесь имеется такое всеобщее, которое, если оно само и продолжается непрерывно через свою противоположность, лишь как единство с последней, оно и есть всеобщее. Не бывает такого всеобщего, которое бы не проявлялось бы в единичных, не выражалось бы в единичных. Если его нету, единичных нету, если не будет вообще антоновых штук, то не будет и антоновки вообще. То есть, если, как говорится, все деревья срубят и все яблоки уничтожат, то этот сорт останется как некое историческое воспоминание, а вовсе не как действительный род. Поэтому вот он и говорит, что оно продолжается. То есть, все-таки оно в той или иной мере, мы это знаем, единичное никогда не бывает полностью совпадающим со всеобщим, правильно? И не может быть. С другой стороны, никакого всеобщего без единичных не бывает. Не бывает антоновки вообще. Антоновка представлена как род только в конкретных единичных антоновках. Если уничтожить единичные антоновки, не будет рода антоновки. Ну, то же самое и осенние полосатые, то же самое и белый налив и так далее. С клопами только не так. А? С клопами не так. Всегда берутся откуда-то. Да нет, сейчас такого стало. В основании такого всеобщего, как предикаты «хороший», «соответственный», «правильный» и так далее, лежит некоторое долженствование,
Вместе с тем оно содержит в себе соответствие наличного бытия. Неуказанное долженствование или род сами по себе, а именно это соответствие, есть та всеобщность, которая образует собой предикат аподиктического суждения. Вот дальше пишет Гегель. Субъект равным образом содержит в себе оба эти момента в непосредственном единстве, как вещь субъект. Но истина последняя, то есть истина вещи, состоит в том, что она надломлена внутри себя на свое долженствование и свое бытие. Вот такая сложная фраза. Но берем любую деталь, которая изготавливается в современном производстве. Там есть требования к этой детали. Допуски, посадки, да? Что вот если она вышла за эти границы, она уже все. Это не деталь, а брак. То есть деталь очень нужна, а брак выкидывает на переплавку и так далее. То есть такого, чтобы вот эта деталь была вот такого размера и с какой-то абсолютной точностью, всегда есть, ну, переходит на микроны, если надо, переходит на большую точность и так далее. Но всегда есть какой-то зазор. И вот в этих пределах вот этот, он должен быть вот укладываться сюда, иначе он не соответствует. Вот хорош тот вал, который при длине 4 метра дает отклонение там вот такое-то количество микрон. Потому что можете себе представить, это один вал на огромный корабль. Он будет вот вращаться с огромной скоростью и обеспечивать движение корабля. А если там какие-то, какое-то биение, ну это все, конец. Мне рассказывали, что на Балтийском заводе, давно, правда, я давно там уже не был, что один человек есть, который может вытащить такой вал. Ну, потому что другой точит, вот 3 метра 56 сантиметров проточил, и все хорошо, а 57-й раз – сбой. А надо вытащить вот 4 метра вал и соблюсти вот эту всю норму. Поэтому вот это вот долженствование выражается вот этим аподиктическим суждением. Такой хорош вал, который соответствует вот этим требованиям, а не любой. Не всякий вал хорош. И такой только вал и называется корабельным. А это не корабельный, он будет бракованный просто, и все. Это вы испортили металл. А когда его переплавляешь, это уже не то. Вот. Истина последняя состоит в том, что она надломлена внутри себя на свое долженствование, свое бытие. То есть оно, с одной стороны, есть, а с другой стороны, оно всегда, можно сказать, должно быть вот таким. Это все вот требование долженствования тут присутствует наряду с бытием. А почему оно такое? Потому что должно быть такое. А если оно не будет должно, не выполнено это долженствование, выбросим, не подходит. Вот военная приемка как велась обычно на заводах, не знаю, сейчас, наверное, тоже так в основном. Есть прибор, его разбирают. Если обнаруживают, что в одном месте какой-то дефект при сборке, выбрасывают не прибор, а весь рот, то есть всю партию этих, партию приборов, раз, и все. Ну и тем, соответственно, лишают, все это, вот раз все это ушло в брак, то, соответственно, деньги, которые вы получили за этот брак, то есть вы не получили деньги за этот продукт? А? Деньги вы не получите за это. Не получите за это. Это перестало быть вещью. То есть это не вещь уже, это уже что-то другое. Да, не соответствует, ну, при себе это. Вещи это она не перестала. Она не перестала. Но этой вещью она перестала быть. Этой вещью, вот всем долженствованием, про которую есть оценка. Потому что тут говорится о конкретной вещи с долженствованием, что вот эта вещь должна быть такой. Если вам нужна гиря на весы, просто да, утяжелитель, чтобы она меньше тряслось что-нибудь, это одно дело. А если вам нужно точно взвесить, так это совсем другие требования. Абсолютное соотношение друг с другом долженствования и бытия. Это интересно же. Долженствование у нас где? В каком учении имеется? М? Где? В первой книге. В первой книге долженствование, да.
Но там есть бытие, бытие в самом начале, а долженствование где? Тогда, когда появляется граница. А вот граница это и есть допуски, пожалуйста. Два момента границы. Какие границы? Это пределы долженствования. Долженствование – это выход за предел. Ну, да. Вот этот момент выхода за предел называется долженствованием. А пределом что называется? Граница. Кто сказал? Правильно. Граница, которую переходит. Вот предел, который – это граница, которая переходит. Если вы еще до нее не дошли, она не предел. Это граница, но не предел. И вот люди как раз понимают, предел – это то, что вот нельзя перейти. Но если нельзя перейти, так вы до него не дошли. Как-то оказывается, что предел. Вот когда вы его переходите. Рекордсмены – это кто такие вот в спорте? Это те, которые выходят за свою границу, за свой предел. Вот как они вышли, вот это предел. Предел передвинулся, естественно, дальше. Теперь это теперь пределом является. Елена Есенбаева, сколько она? 24 мировых рекорда поставила. Другие это спортсмены, отличные спортсмены из других стран приезжали посмотреть, как она будет прыгать. Потому что вот, ну, как-то с ней не могли соревноваться. Она выходила за свой предел, за мировой, но одновременно за свой, потому что у нее же был этот мировой рекорд. Она выходила за свой предел. Хотя есть такое выражение такое в речи – предел его же не перейдешь. Это не соответствует диалектике этого сказания. Предел его можно перейти. И наоборот, только тогда, когда его переходит, только он и есть предел. Вот человек занимается, ему трудно, он готовит докторскую, допустим, диссертацию, ничего не получается. Так он же все время выходит за свой предел, правильно? Потому что он же не готовил докторскую диссертацию. Значит, он был не такой. Значит, выходит за свой предел. Что значит человек? Как человек может развиваться? Только постоянно выходя за свой предел. А если человек говорит, я не делаю то, что не умею. А что вы умели, когда вам было 3 месяца? Что вы умели? Ну, вот. Только могли. Можно сказать, что переходит за свой предел безделья. Как? То он переходит предел безделья своего. Нет, зачем? Почему предел безделия? Он может быть, очень много работает. Но человек много работает, на этом он остановился. И предел он не переходит больше, не развивается. Он переходит в предел и создает границу следующую. Да? Новая граница, да. А потом он снова... Да. Предел и создает опять границу. Да. Граница, это же конечная, она отодвигается. Он не создает ее. Зачем ее создавать? Она само собой отодвигается, эта граница. Пил одну бутылку пива в неделю, стал две. Верной дорогой идете. Расширение горизонта. Не женат, женился. Это сужение горизонта. А вот развелся, тогда что? Расширение. Это уже новый этап перехода. Это рефлексия. Дурная бесконечность. Это Гегель бы назвал. Я потом еще женился, еще развелся, еще женился. Это Гегель бы назвал дурная бесконечность. Люди, которые по 4 раза женились, потом говорят, что а все равно то же самое будет. Где же скандалы, если кто-то не понимает. Поэтому смысла нет перебирать. Это называется дурная бесконечность. Так. Ну хорошо. Абсолютное соотношение друг с другом, долженствования и бытия. Вот как интересно. И это обстоятельство делает действительной некоторой вещью. Ее внутреннее соотношение, это конкретное тождество, составляет душу вещи. Вот посмотрите, как вот он говорит, душу. Ну, понятно, что она неодушевленная. Вещи-то все понимают, что она неодушевленная. Ну, а? Анекдот на эту тему есть даже. Давайте. Это значит, это мужчина, ну, среднестатистически спрашивает, назовите свои 3 любимые вещи. Он так думал. Ну, говорит, телевизор, жена, машина. Жена же не вещь. Конечно, не вещь. Вот машина – это вещь. Тут, оказывается, еще и душ. А вот он, оказывается, видишь, еще и душа есть у этой вещи. Вот есть люди, которые душу своей машины понимают. Автомобилисты, правильно? Вот. Они там могут бесконечно около нее, под ней быть и так далее, под этой машиной. Вот. И они ее там на скорости проверяют, туда-сюда и так далее. То есть
А что они на самом деле? А у вещи сущность-то есть? Ну, так это и есть ее душа. То есть это же вот потом долженствование. А долженствование – это вот когда душа тоже, она стремится же к лучшему. Когда мы говорим о долженствовании, вот, вы же должны быть лучше и умнее, и трудолюбивее, и прочее. Душа – это, собственно говоря, сущность. А? Душа – это в смысле сущность. Да, конечно. Не в буквальном смысле слова, но это такой образ. Он же здесь видно, что он здесь не делает это курсивом, нет, делает душу вещи, чтобы задумались люди на эту тему. Душа вещи. Что душа вещи? Это ее сущность. Но вы не сделали то, что соответствует этой сущности, и поэтому не сделали, не душевно сделали. А бывает, вот сделают, прямо хочется погладить это, такую вещь, как сделано. Или, они разве не говорят, что человек вложил в эту вещь свою душу? Тогда уже эта душа, она проявляется, человек это сделал. Вот вещь-то может быть просто, так сказать, продуктом природы, тогда она не очень тянет. Да, а вот если она это продукт деятельности человека, то человек, конечно, свою душу вкладывает. И вот и в этом душа его и проявляется, между прочим, в том числе и в том, как он работает, и что из-за он изготавливает. Переход от непосредственной простоты вещи к соответствию, которое есть определенное соотношение ее долженствования с ее бытием, или, иначе говоря, связка, оказывается, бытие, существование и связка. Оказывается, при более близком рассмотрении, содержащемся в особенной определенности вещи. В особенной определенности вещи. Вот в ней как раз это вот соотношение бытия и долженствования. То есть вещи, но именно в особенной определенности. Род есть в себе и для себя сущее всеобщее, которое постольку представляется несоотнесенным. Определенность же есть то, что в этой всеобщности рефлектирует себя в себя, но вместе с тем и некоторое другое. Суждение имеет поэтому свое основание в характере субъекта и благодаря этому аподектично. То есть оно аподектично. То есть вы говорите, что он хорош, этот субъект хорош, не исходя ни из того, что вы со стороны примиряетесь и говорите, он хорош, а вы основания должны в самом этом найти в субъекте, в характере самого субъекта. Дом хорош, потому что это исходит из того, каким должен быть дом. Но другое дело, что дом делается для людей, и поэтому тут устанавливается связь на самом деле и с душами людей, чтобы он был душевный дом, а не душевая кабина. Там тоже есть там душевые, да, не душевные. Душевая кабина – это исповедание. Ну, вы уж тут. Душевная кабина. Тем самым отныне имеется налицо определенная и наполненная связка. Связка, которая раньше состояла в абстрактном «есть». Ну, когда мы говорили «есть, есть, есть это, есть роза, есть растение, человек, есть животное». Тоже связка все. Да. А теперь же развилось далее в основание вообще. Основание – это использование категории сущности. Долженствование – это использование категорий бытия. А здесь он может… Если мы тут находимся в сфере понятия, используют все категории предыдущие для выражения содержания. Поэтому можно говорить и о основании. Основание где? Это уже учение о сущности. Есть основание и основанное. То есть вещь, она на чем-то основана. Она на понимании, вот если ее изготавливают, она основана на понимании того, какой она должна быть. Какой она быть должна. Техническое задание. Это что такое? На изготовление вещи. В техническом задании закладывается душа. А уж что получится? А душа вещи определена техническим заданием. Она выступает, прежде всего, как непосредственная определенность в субъекте, но есть равным образом и соотношение с предикатом, который не имеет никакого другого содержания, кроме самого этого соответствия. Или соответствие соотношения субъекта с всеобщностью. Вот соотношение субъекта с всеобщностью – это к какой книге относится? Понятию, конечно. Вот видите, он взял там долженствование, потом взял основание,
А тут единичность с всеобщностью сопоставит. Ну вот если брать тут наш пример про яблоки, мы взяли Антоновку, но должна отвечать понятию Антоновки, а не просто быть круглой и зеленой. Да. Таким образом, форма суждения исчезла, пишет Гегель. Во-первых, потому что субъект и предикат суть в себе одно и то же содержание. Ну, раз одно и то же содержание, вот и нет формы суждения. А все суждение построено на том, что есть субъект и есть предикат. Все нас учили, 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 и только мы выучили. Все? Нет. Ну, уже нет, они уже взяли и слились, субъект и предикат. Где они слились? В аподектическом суждении. Потому что оно сложное. Дом, устроенный так-то и так-то, хорош. Кружок, проведенный так-то и так-то, хорош, а проведенный так-то и так-то – нехорош. А все равно, и хоть так сказать, куда, все равно долженствование здесь присутствует. Во-вторых, субъект через свою определенность указывает дальше себя и соотносит себя с предикатом. Субъект указывает дальше себя, куда он должен развиваться, во что, чему он должен отвечать. Но это соотношение перешло вместе с тем, в-третьих, в предикат. Составляет лишь его содержание, есть таким образом положенное соотношение или само суждение. То есть форма суждения исчезла, а суждение, в общем-то, не исчезло. Таким образом, конкретное тождество понятия, бывшее результатом разделительного суждения, или это, а тут уже не или, а вот только такое должно быть, которое должно быть. И составляющая внутреннюю основу суждения понятия теперь установлена в целом, тогда как вначале оно было положено лишь в предикате. Вот предикате мы говорили какое, а теперь уже все, оно в целом. Рассматривая ближе положительные стороны этого результата, образующего переход суждения в некоторую другую форму, мы находим, что субъект и предикат выступают в аподектическом суждении, как мы видели, каждый в отдельности, как целое понятие. А почему? Ну, раз у них одно и то же содержание, а это субъект, а это предикат, то есть у каждого есть и то же содержание, и все же время два отдельных понятия. Единство понятия, как определенность, составляющая, относящая их связку вместе с тем, отлично от них. Вот третий элемент. Ближайшим образом эта определенность стоит лишь на другой стороне субъекта, как его непосредственный характер. Но так как она есть по существу соотносящая курсивом, то она есть не только такой непосредственный характер, но и проходящая сквозь субъект и предикат и всеобщее. В то время как субъект и предикат имеют одно и то же содержание, через эту определенность, напротив, положено соотношение по форме, определенность в виде некоторого всеобщего или особенность. Таким образом, пишет Гегель, она содержит в себе оба формальных определения крайних терминов, и есть определенное соотношение субъекта и предиката. Она есть наполненная или содержательная связка суждения. Единство понятия, вновь выступившее из суждения, в крайних терминах которого оно было утрачено. Через это наполнение связки суждения стало умозаключением. Вот у нас все было субъект, предикат, а вот тут связка, которая их связывает. И значит, что мы имеем? Субъект, предикат и связку. И вот из этих логических кирпичей можно составить уже умозаключение. А когда у нас были только субъект и предикат, то связка у нас такое, так сказать, вспомогательную роль играла, да? Ее почти не видно. Иногда ее и не было там. Роза красна, где тут связка? Она куда-то пропадала. А вот здесь она, это, вот когда они стали одинаковыми по содержанию, так что это их сдерживает, удерживает? Тогда на первое место выросла, вышла связка. А раз она вышла на первое место, теперь их три таких элемента. Субъект, предикат и связка. И вот эти три, из этих трех элементов получается, как мы видим, дальше еще не заглядывая, не читая, что? Умозаключение. Вот смотрите, какой мы прошли путь, и насколько мы стали глубже понимать,
это, потому что мы прошли через это тяжелое поле суждений и подошли к не менее тяжелому полю умозаключений, потому что мы-то с вами знаем, что вот то, что является результатом, включает в себя все предыдущее. Из-за этого, раз оно включает, то вот движение вперед, даже когда мы что-то не поняли, а мы многое чего не поняли, на предыдущее правильно, позволяет понять это. Потому что если вы понимаете, во что это развилось, тогда вы начинаете понимать, что это было. Вот у Энгельса есть такое высказывание: анатомия человека есть ключ к анатомии обезьяны. Ну, да. Если вы уже видели в развитом виде что-то, то тогда вы можете у обезьяны заметить. А так, если не видите это в развитом виде, можете вообще не заметить. Будете изучать, изучать и отбрасывать это как неважно, несущественное. А потом оказалось, что это развилось у человека и существенным стало весьма. Скажем, вот то прямохождение, которое есть у человека, оно сразу позволяет выделить из всех этих обезьян человекообразных. Правильно? И то, что там человек использует всегда орудие труда, сразу выделить таких из этих человекообразных, таких, которые держат, могут держать какую-то палку и с помощью нее что-то решать. Оказывается, что это наши ближайшие родственники. Даже если это вообще не обезьяны, а вороны, например, вороны, им разные задания давали, и вот последние исследования показывают, что нашлись такие вороны, которым вот положат палочку с трубочкой, чтобы она, можно было ее вставить туда трубочку, и палочка удлиняется. И вот дали корм, и несколько ворон, и они начали, значит, решать эту задачу. Ну, сначала съели близкий корм, взяли палку эту, клювом пододвинули к себе, да съели. Это не проблема. Потом, значит, эти уже, которые эту задачу решили, уже другие не стали решать. А теперь, значит, это пробуют, они достают. И вот одна ворона взяла и эту палку, трубку вставила в палку, так же ее достала и съела. Но нашлась третья ворона, которая там еще дальше лежала, пища. Она взяла две палки, серединочку, вставила и сделала длинную такую, подогнала себе и съела. То есть как в какой-то степени какие-то элементы мы у животных можем найти, если мы имеем что-то. Не в том плане, что думать, что эти животные прямо такие, как люди. Нет, наоборот, мы как раз, зная, что человек вышел из животного мира, и сам по себе он животное, то мы тогда больше понимаем и человека. Потому что такие начатки этого были не только у человекообразных обезьян. Ну, а вы знаете, что собаки могут проделать, когда им нужно что-то достать, там, еду, а кошки вообще куда залезут и так далее. Так что тут все в той или иной мере такими, по крайней мере, начатками обладают. Ну вот мы и пришли с вами к умозаключению, что и было нашей, так сказать, задачей, чтобы мы подошли к умозаключению, и в следующий раз вы начали ее изучать. Да. В следующий раз у нас получается 25-й год. Ну, хорошо. Это всем? А? Да, я думаю, это хорошо. 25 февраля. Умозаключение до 25 февраля. До 25 февраля сделать умозаключение. Изучить умозаключение. Получается, единство вот этих трех, да, то есть субъекта, предиката и связки. А связка у вас была как бы в тени, потому что сначала она очень важную роль играет в наличном бытии, в наличном бытии, в суждении наличного бытия. Есть. А потом как-то она уже ушла, потому что роза красна, где тут связка? Ну, она как бы предполагается, роза есть, это есть что-то красное, да? Но она здесь предполагается, но ее тут не видно. И вот она снова тут вышла в этом самом. Связка – это не умозаключение. А вот когда у вас есть все три элемента – субъект, предикат и связка – у вас есть все необходимое достаточно для построения умозаключения. Или для того, чтобы вы поняли, как устроено умозаключение. Что то же самое, вот вы, то, что вы знаете про субъект, про предикат и про связку, позволяет вам понять и умозаключение. Не просто запомните, как выглядит умозаключение. Это не проблема. Ну вот сейчас он напишет, вот посмотрите, вот заключение выглядит таким образом. Нет, а надо понять вот с этим связь. Что хочет Гегель сделать, чего он добивается? Он пытается все время увязать
вот все эти уже категории сознания с теми категориями, которые есть в действительности. И это же хорошо. Вот некоторые люди, которые Гегеля не читают, они говорят, да, он идеалист. А Ленин говорит, он, во-первых, он начинает с бытия. Если кто-то начинает его, он сразу видит, что он начинает не с сознания. Это у него философская система идеалистическая, с абсолютной идеей. А науку логики, извините, науку логики он начинает с бытия. Поэтому я вообще, говорит Ленин, читаю или стараюсь читать Гегеля материалистически. И он истолкует. А тут это все сделано для этого. Что тут, что нужно для того, чтобы... Как получается вообще материалистическая система? Давайте возьмем идеалистическую систему Гегеля. Абсолютная идея доходит до материи. Материя дальше рассматривается как у материалистов, так и материя осознает в лице своей высшей формы человека. Она осознает себя, и мы приходим к чему? К осознанию, к результату. А дальше, а у идеалистов что? А есть абсолютная идея, которая познает. Значит, убираем абсолютную идею отсюда и отсюда. Получается короче, и ничего не теряется. Ничего не теряется. С точки зрения содержания ничего. И тогда только видно, что поскольку материализм все это содержит, что это, так сказать, вот эти надставки связаны, ну, с неразвитостью определенной. Или, скажем, если вы понимаете, что всякое это вот... новое, ну, вылупляется из старого, скажем, материализм вылупился из, в данном случае, из гегелевского идеализма. Потому что тот материализм, который был до этого, он грубый был материализм, и он, так сказать, все время дополнялся этим идеализмом, и, может, это и было и хорошо, что он дополнялся, потому что сказать, что развитие философии было только вот материалистами осуществлено, это неверно, правильно? Был Платон, вы же не назовете его никак материалистом. Был Аристотель. А? Какие родовые пятна? У кого? У материализма. Родовые пятна? А почему должны быть у него родовые пятна? Вот родовые пятна материализма состоят в том, что несмотря на то, что он материализм, он всех приучает, материалистов, изучать науку логики, которую сделал ее, потому что это долго будет, видимо, навсегда это будет это родимое пятно, потому что диалектику разрабатывать, систему один раз навсегда. И поэтому не будет, что у вас будет какая-то особая. А все пытались у нас в советское время разработать особую материалистическую диалектику. Без родимых пятен. Как-то придумывали такое. Да, родить, хотели родить без этого, без женщин. Родов. А? Без родов. Да, без родов. Нет, не без женщин даже. И без женщин, да. Так что родимые пятна здесь остаются. Ну, а в чем? Почему это родимые пятна? Потому что раз вы берете это материалистически, вы из всей философской системы Гегеля не берете там, где она реакционна. Например. Процесс снятия происходит. Да. Снятие же есть. Например, если вы возьмете, скажем, Маркса, критику гегелевской философии права, он его показывает ее реакционность. И она вообще такое впечатление, что был человек умный, да. И что такое он написал, он наговорил, там ничего не связано между собой. Да, там страшно. Совершенно, так сказать, разделенное такое. Или. Вот если вы возьмете, скажем, ну, саму эту философскую систему, а чем она доказывается? А ничем. Или возьмете, вот есть такие лекции по философии истории. По философии истории лекции очень плохие. Получается, вот история, как бы, она... Здесь какая-то абсолютная идея, все объясняется. Это почему произошло? Потому что такова... Воля этой абсолютной идеи. Ничего не объясняется, ничего не доказывается. То есть она везде как бы присутствует, как объяснение, а ничего не объясняет. Почему произошла война? Потому что абсолютная идея здесь в виде войны. А почему революция? Потому что абсолютная идея в виде революции. То есть вроде как всему находится одно и то же объяснение. Если его убрать, то все остается без доказательств, без идеи. Почему? Ну, не дошел Гегель до исторического материализма. Но он сделал все необходимое и достаточно, чтобы другие люди за ним дошли. А если вы возьмете, Ленин, например, очень хвалил лекции по истории и философии. А по истории и философии, конечно, Гегель знал это прекрасно, и он написал прекрасную книгу. Все связано, все. Да. Как последовательность. Да, как было, как было. А это история философии, это отражение истории развития людей. Так что это очень хорошая. Вот один и тот же человек. Ну а наука, логика – это...
Вот эта вершина, которая выделяется из всех произведений Гегеля, и не случайно она является общим достоянием не только философской мысли, но и общим достоянием человечества. Потому что, как говорил и Энгельс, это единственный компендий диалектики. Что такое компендий? Это кратчайший путь. Да. Вы хотите изучить диалектику? Вот компендий. Вам три тома, кажется, это долго? Ну, изучите 333 тома, написанные по поводу диалектики. 3333 тома, которые изданы по поводу диалектики, и там диалектики вы не найдете. Ну, всяких книг по диалектике. Сколько книг можно про... То есть мы, на самом деле, те люди, которые идут вот этим кратчайшим путем, мы в колоссальной степени экономим свое жизненное время, время жизни. Экономим время, а с другой стороны, мы жизнь делаем свою более богатой, потому что большего богатства нету с точки зрения постижения мира. И это нам открывает дорогу к пониманию того, и к глубины, которая есть у Маркса и Энгельса, у тех, кто учился по Гегелю, у Ленина, пониманию глубины. И наоборот, так сказать, позволяет видеть сразу недостатки тех людей, которые вот этой школы не прошли. Даже если мы здесь не все поняли, не все разобрали, но уже мы сразу видим, что ну, это совсем далеко от столбовой дороги развития человеческой мысли. То, что мы наблюдаем. Ну, пока мы должны признать, что люди, которые владели в той или иной степени хотя бы диалектикой, изучают науку логики, при том, что их уже тысячи сейчас, скажем, только просматривающих наш кружок, тысячи, правильно? Вот, но они, конечно, составляют меньшинство. Но дело-то не в количестве здесь, правда, людей, а в том, чтобы понимали, в понимании, в понятии дела. Если в качестве, это слабовато будет. В понятии. Берем третий том, а не первый. Какие есть вопросы? Нет, ну, значит, в следующий раз мы с вами встречаемся здесь, 19 часов. Читаем на заключение. Да? Что? Читаем на заключение. В эти две недели читаем умозаключение. Да, читаем мы умозаключение. Третья глава. Мы попали в умозаключение. Успехов в изучении всем. Спасибо.